Вообще, то, что происходит, очень негативно выглядит. Вор должен сидеть в тюрьме. Слышали такую фразу? Людей наказывают за гораздо меньшие проступки, жестче, абсолютно неадекватно. Я считаю, что то, что она получила, это маленькая часть того, что она заслуживает. И не только она. Это все люди, которые ее окружают, включая Сердюкова.